Построить новую спортивную площадку или благоустроить озеро Медвежье на улице Ломоносова смогут уже в этом году в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Так, в случае победы в народном голосовании, жители 5-го округа получат современную площадку, где можно будет хорошо провести время. Концепция создания парка спортивного на Батарейной предполагает в себя создание спортивного ядра в данном микрорайоне для активного отдыха жителей микрорайона. Жители этого района отмечают, что спортивная площадка пользовалась бы большим спросом среди местного населения, так как ничего подобного у них нет. У каждого дома есть детская площадка, организованная для маленьких детей, а вот именно подросткам у нас негде отдыхать. И здесь раньше стояли гаражи, которые, конечно, пришли не в пригодное состояние, были травмоопасны, и мы решили организовать инициативную группу, которая вот приняла решение о том, чтобы на этом месте благоустроить территорию, сделать спортивную площадку именно не только вот для детей, подростков, но чтобы, допустим, и мы, жители этого микрорайона, могли прийти и позаниматься спортом. Граждане нашего города, даже если у вас уже благоустроили вашу территорию, вы, пожалуйста, не останьтесь равнодушными к проблемам других территорий, чтобы мы могли поучаствовать в этой программе и чтобы наш город стал не только красивее, но и безопаснее и функциональнее, конечно же. А жители района АЗС смогут получить новый парк на Медвежьем озере. В ходе благоустройства данной территории планируется проведение следующих мероприятий. Вертикальная планировка территории с устройством подпорных стен, устройство пешеходных дорожек и зон отдыха горожан, формовочная обрезка деревьев и кустарников, устройство освещения, разбивка цветников, посев газонных трав, установка тематических скульптур и декоративных элементов, скамеек и урн. Благоустройство этой территории позволит создать новый современный парк отдыха, в котором смогут гулять и проводить свободное время жители и гости Петропавловска. Конечно, нам бы хотелось, чтобы здесь была какая-то территория для того, чтобы можно было погулять с детьми, с маленькими, поиграться, даже небольшую площадочку, может, парк там, что-то такое, потому что в нашем районе такого, нет на АЗС. До дачной далеко идти, но там тоже не совсем... Для детей это все обустроено, так сказать, потому что эти памятники, непонятно что, хотелось бы что-то такое, высадку деревьев такое, чтобы походить, листики на тебя попадали, чтобы именно спокойствие было. Но летом здесь очень много людей, хоть вот озеро уже и высыхает, уже можно сказать не озеро, а болото, но здесь очень много и детей, и людей постоянно. Вот место такое удачное, и солнышко, и здесь и всегда, и открытая местность, хорошо будет. Обязательно все идем голосуем. Отметим, что 18 марта 2018 года в единый день голосования горожане определят территорию, которая будет в первую очередь благоустроена в этом году.